Сейчас мы, короче, проверим, запустится ли оперативка на разных частотах. Вот у меня есть DDR2 на частоте... Какой? 1066 МГц. Есть DDR2, тоже 2 гигабайта, как и там, но на частоте 800 МГц. Вот мы ее вставим в... красные слоты. А в желтые слоты вставим более частотную память. Но проблема в том, что у них разные объемы. То есть память на 2 гига у меня это вот на 1 гиг. А вот это вот 2-гиговая плашка. Посмотрим, запустится ли комп. Если да, то на какой частоте. Сейчас мы это все увидим. Так, погнали. Погнали. Все внимание на монитор. Вроде запускается, нет? Да, запустился. Давай посмотрим, на какой частоте, очень любопытно. Так, смотрим. 667. Частота 667 он выбрал. Минимальную самую. Сейчас мы еще посмотрим пока health статус. Нет, подожди, а где? Вот здесь потом, да? Да, вот 6 гигов он я определил. То есть, да, у нас как раз 2 плюс 2 плюс 101 плюс 1. То есть 6 гигов. Вот они. Все нормально. Все работает.